Сегодня 18 марта. Утро. 6:30. И буду заводить двигатель. Куртка вся, вот не поверите. Скоро сломается от такого мороза. А мороз очень страшный. Дверь еле открыл. Включаю стартер. И как быстро запустится двигатель, сейчас посмотрю. И вы, конечно, увидите. Температура на улице. Сейчас посмотрим. Но в гараже все равно теплее, по-любому. Хоть он и железный, этот гараж, но все равно педаль сцепления туда-сюда ногой. Опять нажал на педаль. Опять. Еще масло в коробке передач, оно просто густое-густое. И если сейчас автомобиль тронется с места, то все уже холодное масло, солидол. А двигатель еще в холодном состоянии, и двигатель просто может заглохнуть. Вот честно говорю. Вот только что выехал из гаража, потихонечку на первой передаче еду в автомобиле Лада Калина Универсал. И вот смотрите, температура меняется. Скорее всего, ртутный столбик отпустился вот до таких цифрок. -33, 18 марта. По-моему, зимой такого не было. Еду на первой передаче, не тороплюсь.
пути уже еду около километра. Температура как вкопанная. 33 градуса мороза. Уже переключил передачу на вторую. В салоне стало тепло, чувствуется теплый воздух. По полной программе ноги уже чувствуют тоже тепло от нагретого двигателя. Ну все, вот такая температура. Установилось минус 33, хоть ты лопни.